Пиздец, хорошо сидел. Маркуша, помаши привет. Да сюда помаши. Вот сюда. Вот, тебя снимает скрытая камера. Привет! У нас тут такой маленький детский сад. Яблоко? Это Мариночка у нас, будущая крестная нашего Ромки. Да, красавец. Так, ну это папа. Владимир Михайлович, вы уже с ним знакомы. Нет, это не так. Мы сегодня, Владимир Михайлович, останавливался поле. Жаркие, знаешь, цветы? Да. Какие они красивые. Да? Они уже отходят. А это? Ну, там еще они ничего, они еще не облетели, да. Нормально. Это как вот сурсовская. Ёлка тоже уже, знаете. Были все нормально, как бы можно было фотосессию сделать. Да, мы обнимашки. Обязательно надо же. Обнимашки. Детский сад. Детский сад. Мне скажи, тоже надо. Он тоже хочет к ним. Мне скажи, не только к ним. И то же самое, да, что они идут. Они-то играют, а меня тут посадили, да? Я же тебе говорю, Ром, скорее вставай на ноги и беги. Ты их там всех догонишь. Беги. Ты же сам не встаешь, но бежишь. Помню, как это в аэропорту, там говорит, катал я там на коляске по аэропорту. Два парикмахера, нам бы еще посмотреть на вас. Вы сюда-то куда-нибудь на вид-то выйдете, чтобы мы вас видели, Матвей. Еще не знаю, но надо узнать, что там где-нибудь встаньте, чтобы мы вас видели. Ну, снимай скрин, как я буду это делать. Одно из наших вкусов. Сифа. Ты прямо что? Держим стол. Держите. Слез какой. Идеальный. Это жарко мясо. Идеальный. Медиум. Спасибо, да? Да, давай. Ну ладно. Это помаленьку можно добавить. Дуем все. Дуем все, чтобы съесть его. Хорошечно? Угу. Вкусненько? Лук, очень вкусненько. Лучка, лучка, лучка. Лучка, да. Не съел лучка, а видео где? Да нет, вроде. Муж далеко. На Урале. Мне пока осталось. Очень вкусно. Все в меру. Салон красоты. Какой Матвей терпеливый, да, пацаны? Прикуси язык. Вот так вот его схватила. Как стащил страх. Да. Я вообще и кусанулась. Надо пить. В цветы не надо светиться. Привет! Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Сегодня у папы все прибирали, мыли, стирали, огород прибирали, придомовую территорию. Потом детей спать уложили, позагорали с Юлей. Видно же, да, что я загорела. А потом пришли к Мариночке пить пиво. Пиво не показываем. Пиво не показываем. Ни количество, марку не ничего, говори, марку не говорим. Рекламы не делаем пиву. Мы, как это говорят-то? Мы против алкоголя и вам не советуем. Ага. Но у нас в тенечке 39 градусов. Да. Поэтому мы спасаемся холодным. Это для здоровья. Только для здоровья. Ради здоровья. Мы нашли сегодня твой этот. Кого? На ютубе твой канал. Нашли? Да. А ты как меня нашла? А просто ввела Ирина Старостина. Ну, я английским начала водить Старостина Ирина, мне выскочила. Да? Зашли сразу. И Ирина Стар. Да.
И все, мы зашли, и давай там как залитый смотрим. Я его немного посмотрела. Там мы с ней вообще как бы беседуем, а оказывается вообще все выложила. Ого, я теперь вообще звезда Ютуба. Да? А, ты уже без меня смотрел? Да. Что хочешь? Трубку? Ну давай попробуем отжать. Давай, бери, пока он отпустил. Змея. Или ты к ребятам хочешь туда? Ребята? Она к ребятам хочет. Ну иди, а, ну, садись. Она хорошо, мне одному будет так лучше. Давай мы вот так. Одному будет так лучше. Садись. Вот. Хорошечно? Да. Вообще он... Балдёж. Ты как бы не влазишь? Нормально, поворочен, свернусь и влезу. Я бы тоже бы сейчас бы вот была бы не против. Не душ? Настоящий душ. У вас кубовик стоит? Да. Только у нас там бывает осы. Ну-ка давай проведи экскурсию. Юля! Это точно будет у меня так. Юля. У меня как раз точно такая же бочка, мы ее оставили. Юля, ты за старшего. Вот, там засними идею, ну, я ее повторю. Ладно, засниму. О, класс. Настоящий деревенский. Малина, клубника. Ой, какие у тебя родители труженики, а? Вообще огонь, огнище. Смородь. Где груша? Вот это вот? Класс. А это все ваше? Ну как? Вот видишь, тропиночка. Так, вот до сюда? А, и... Ну, вон, где малина заканчивается. Посмотри, ага. Вот эта часть заканчивается. Но нашей бабе, как обычно, мало. Она еще вот там отхватила плантацию, выкорчила все деревья, все кустарники, и у нас там... Ну, семья большая. Вот такой душ деревенский. 10 суток. Шлёп и полилась горячая вода просто. О, тёпленько. Давай тратить воду не будем. Да, нас много. Нас много. А как наливаете туда? Ага. Ага, ну шикарно, шикарно, да? Да, дед вчера меня тут надул. Он уже рассказал. Он ходил, искупался, вода закончилась, налил воды, а я так перед концертом пойду немножко это отслежу. Холодная, да? Он с толком горячий. Да. Я зашла как-то. Все, у меня кто-то орал там. Да. Ну все, Юля, я все засняла. Все запомнила? Зафиксировала? Да, зафиксировала, все. Вырежешь вот эту часть, отправишь? Нет, я выложу влог, а уже, да, вот знаешь. Не посмотришь, не узнаешь. Не посмотришь. Да, да, да. Есть стимул посмотреть. Понятно, понятно. И Димке я скину. Сделай в середине это где-нибудь. Чтобы до середины точно досмотреть. А вот для вас я как раз делаю в конце. Смотри, что, поедешь замороженным? Да. Да? От Мариночки нам пришлось уехать чуть раньше, чем мы планировали, так как у Ромки поднялась температура. Правда, непонятно, на что она поднялась, то ли на зубы, то ли на то, что перегрелся. Но, скорее всего, на зубы, так как на солнышке он был чуть-чуть. У него просто единоразово вылазят все зубы, да, которые должны вылазить поочередно.
поэтому, скорее всего... Да и вообще, в принципе, если сравнивать, я сравнивала Риту с Ромой, то у Риты все было без температуры. Я вообще, в принципе, даже не замечала, что у нее лезут зубы. Но нет, она там попищит, я их холесалом помажу, но так, чтобы вот нурофеном забивать температуру, как Ромке, да. Такого, в принципе, вообще не было. И не болела она, знаете. А Ромка... В этот период вылазения зубов он часто очень у нас болеет. Но я думаю, и без этого мы, дети у нас накупались в этих бассейнах, мы наобщались, времени у нас еще впереди. Что делаешь? Какой у нас фрукт? Вот это вот палисадник с цветами. Вот он у нас такой, в таком состоянии, заросший, весь в траве. Вот. Тут, я так называю, придомовая территория, беседка, мы тут обедаем, когда не очень жарко, но у нас так-то очень жарко, 35. Здесь вот цветочки, тут Ирина вчера все навела порядок, все вымела, все выскребала. Там трава была старая, где-то мусор, она все это подмела, собрала в кучу, а дедушка у них все это убрал куда-то. Какая-то копейка у нас. Вот, тут она все вчера прибрала, молодчинка. Сегодня сидит, полит. Она так-то не очень любит земельные работы, а тут взорвалась. Ну, улица жара, говорю, лежи как на гриле, загорай, переворачивайся только вовремя, она лежит, и лежит, и полит. Да, надо совмещать. Все успевает, ага, приятное с полезным совмещает. Чуть-чуть полежали, на гриле покрутились. Ну, он, деревенский способ у него, укрывание. Плечики себе закрыла полотенечком. Да, конечно, все так делают. Я вот только что местами не могу иногда понять. Покажи. Вот это что? Ну вот это я понимаю. Да, вот это оставь. Это, наверное, цветочки. Вот потому что кучка ей растет. Я сама же. Их что-то выливают, сорняки, это что-то. Ну вот там берешь по одной, выливаешь. Ну,